Здравствуйте, уважаемые зрители! А в этом видео мы рассмотрим, как подключать асинхронный трехфазный двигатель. Вот. Для этого нам понадобится, собственно, сам двигатель, непосредственно пускатель и кнопочный пост. Вот. Прежде чем начать подключение, во-первых, нужно определиться, какой двигатель вы будете ставить, соответственно, под него надо будет подобрать и пускатель. Вот. Делается следующим образом. На двигателе, ну, в данном случае с той стороны, представлена фирменная табличка, на которой написано его номинал. Вот, в частности, здесь 1,1 кВт. Соответственно, мы подбираем провод. Здесь сечение 1,5 квадратных миллиметра. Это вполне достаточно. И подобрали пускатель типа ПМЕ двойки в простонародье. Вот, она 25 ампер. Эту тоже нам вполне хватит. Итак, для этого нам еще понадобятся провода. Ну, я выбрал гибкую связь, она более-менее нормальная, для соединения и коммутации. Ну что ж, начнем. Провода. Во-первых, пускатель делится на две группы. Первая группа – это силовая. Я снимаю крышечку. Вот. Это силовая группа. Вторая – это управленческая. Если мы перевернем его, мы увидим контакты. А это, они занимаются чисто управлением. Поэтому здесь большой нагрузки нету на них. Итак, приступаем. У меня уже заранее заготовлены провода от двигателя. Поэтому мы их сажаем на клеммы пускатели силовые. Потому что это будет нагрузочное. Приступаем. Так, одна фаза, условная фаза А. Сейчас посадим фазу Б. И посадим фазу С. Еще один момент, немаловажный. В пускателях, катушки пускателей бывают на разные напряжения. Вот, поэтому это зависит прежде всего от выбора оборудования. Вот, ну, в данном случае, как правило, на промышленных заводах, предприятиях ставятся катушки двух видов. Это на 380 и на 220. Вот если, ну, отсюда, наверное, не увидим, он закрытого типа, вот там, внутри катушка. Вот. В данном случае здесь катушка на 220. Завод-изготовитель пишет обязательно, собственно, номинал катушки. Вот если мы посмотрим, это схема обозначения катушки, это означает, что переменный ток, а это, соответственно, номинал, который катушка потребляет. Здесь 220 вольт. Так. Продолжим. Подсоединяем также пускатель. То есть это уже питающие провода идут. У нас сейчас, как видите, автомат выключен. Соответственно, цепь обесточена. Немаловажный факт. Соблюдайте технику безопасности, потому что это 380 вольт. Все довольно-таки серьезно. Так. Сейчас мы будем последний штрих. Мы подсоединяем силовую группу. Вот, не затягиваем. Для чего? Нам необходимо взять питание катушки. Для этого мы еще дополнительно вставляем провод. Выберем фазу С. Она более-менее всегда не нагружена. Собственно, для питания катушки пойдет. Так, ну и закрываем все это дело крышкой, чтобы, не дай бог, нас не поразило электрическим током. Закрываем. Отсюда в отверстиях видно, как они будут работать, если у нас пускатель исправный. Соответственно, у нас прижмутся контакты. Итак, дальше собираем. С фазы у нас обязательно провод пойдет на стоповую кнопку. Стоповая кнопка – это постоянно замкнутые контакты. Видите, если нормально замкнутые, а если нормально разомкнутые. Как, соответственно, если мы нажмем, происходит стоповую кнопку, нажимаю, происходит размыкание. Если мы нажимаем на пусковую кнопку, она обозначена черным цветом, происходит замыкание. Так вот, фаза сажается обязательно на стоповую кнопку, на замыкающий контакт. Так, выполнили. Затягиваем это все дело.
Нужно сказать следующее, что помимо электрической блокировки безопасности в впускателях существует также и механическая блокировка. Как раз вот подвижные контакты, они для этого и предназначены. Если у вас пара пускателей, так называемый реверсный ход двигателя, соответственно, вам необходимо обезопасить себя вот. Для этого, собственно, механическая есть блокировка и есть электрическая. Сейчас мы выполняем подсоединение. На стоповые кнопки для управления катушкой. Еще раз. Так. Для следующего, для подсоединения к пускающей кнопке, нам понадобится два провода. Соединяемся, ну здесь их можем скрутить, в принципе, чтобы они нам не мешались, и подсоединяем его к пусковой кнопке. Для чего это делается? В момент пуска пускатель мы пускаем принудительно. Впоследствии, как только мы отпускаем пусковую кнопку, нам необходимо, чтобы питание не прерывалось на пускателе и продолжала получать питание катушка. Соответственно, нам необходимо как-то заблокировать ее. Для этого мы и выполняем подсоединение двух проводов. Вот таким макаром. Так, соединяемся. Сейчас, если рассмотреть схему, как потечет ток, то получается следующим образом. При включенном автомате ток поступает на клеммы пускателя. С клеммы пускателя он поступает на стоповую кнопку, которая нормально замкнута. Соответственно, со стоповой кнопки он переходит на питание, на пусковую кнопку. Сейчас, если включить все это хозяйство, у нас работать ничего не будет, потому что у нас не подсоединены дополнительные контакты. Все это делают на пускателе. Итак, один из проводов, который выходит с пусковой кнопки, мы подсоединяем на блокировочные контакты, которые находятся на пускателе. Нам необходимо, здесь также представлены две группы контактов. Одни нормально замкнутые, другие нормально разомкнутые. Нам необходимо этот провод подсоединить на нормально разомкнутые контакты, то бишь вот сюда. Собственно, это и выполняем сейчас. Таким образом, получается, что питание на этом контакте будет постоянно. То есть здесь постоянно будет фаза, как только будет включен автомат. Итак, теперь подсоединяем второй провод со стоповой кнопки. Этот провод у нас пойдет на пускатель, на питание непосредственно самой катушки. Сейчас аккуратненько его туда подсунем. Отлично. И загибаем. Я уже заранее подготовил перемычку, которая питается, которая подключается к катушке, полюс катушки один, и, соответственно, на один из контактов. Подключаем ее вот сюда. Так. Итак, благодаря подобному подключению мы запитали катушку с одной стороны. То есть один контакт у нас уже подсоединен, на котором будет непосредственно присутствовать фаза. Поскольку катушка пускателя на 220, нам еще необходим 0. 0 у нас присутствует здесь. Мы его сажаем сразу, без блокировок, без всего.
сразу на катушку. Отлично. Отлично, все затянули. Итак, перед пуском внимательно просмотрим наше подсоединение. Итак, электродвигатель. С электродвигателя по проводу подходит на нижние контакты, заметьте, нижние контакты, силовые пускатели. На верхние контакты обязательно должно подходить 220. Это условия безопасности, правила технической эксплуатации электроустановок. Для чего? Вы можете здесь спокойно работать, допустим, вам необходимо заменить кабель от электродвигателя, вы можете спокойно отключить. Даже здесь, если будет напряжение, вам это не страшно, вас не поразит электрическим током. Вот. Итак, у нас с автоматического выключателя отходит три провода, то есть 380 ток промышленной частоты 50 Гц. Итак, с одного из контактов у нас идет на управленческий провод, который приходит у нас на стоповую кнопку, которая нормально замкнута. Со стоповой кнопки у нас переходит на пусковую кнопку, которая находится нормально разомкнутая. Соответственно, с пусковой кнопки у нас приходит на нормально разомкнутый контакт один провод. И с другого кнопочного поста также у нас приходит на контакт с другой стороны. Для чего это нужно? Как только мы подадим напряжение, сможем включать и отключать непосредственно с кнопочного поста. Это нам придаст дополнительную блокировку. Ну что, начнем. Мы собрали схему. Давайте ее проверим. Двигатель у нас крутится. Все нормально. Здесь соединение сделано. Ну что, поехали. Взводим автомат. Автоматический выключатель. Проверим сейчас индикатором присутствия напряжения на силовой группе. Видите, индикатор горит, соответственно, все три фазы у нас присутствуют. Проверяем на кнопочном посту, если напряжение есть. Выход кнопочного поста, управленческий провод катушки, напряжения, как положено, нет. Ну что, вперед. Запускаем, электродвигатель запустился. Отключаем. Соответственно, электродвигатель отключился. Вот таким нехитрым способом осуществляется подключение асинхронного двигателя посредством пускателя и кнопочного поста.